Здравствуйте, меня зовут Алена, я дочь поклонницы Анастасии. Каждый раз произношу с гордостью это, потому что мама для меня кумир, пример для подражания. Я ее очень безумно люблю. А мама пришла в компанию, когда мне было всего 4 года, вложила, так скажем, последние деньги для того, чтобы хоть как-то меня и брата поднять на ноги в этой жизни. Конечно же, родственники думали то, что это лохотрон, и многие не верили. Но на самом деле, благодаря компании Марика, благодаря моей маме, ее целеустремленности, сегодня я получаю высшее образование, живу уже на протяжении 4 лет в Малайзии. Я считаю, детям, у которых мама работает в Марике, очень повезло, потому что мы получаем гораздо больше, чем нежели другие дети. Мы получаем крутое высшее образование за границей. Мы получаем в жизни все, что хотим. Я не знаю, если бы не эта компания, возможно, наша жизнь складывалась иначе. Также компания многому учит и нас, веря в себя, как нужно правильно выстраивать бизнес, как нужно правильно выстраивать отношения с окружающими людьми. И в первую очередь, самое важное – это семья. Это здорово, потому что я никогда не росла без внимания мамы. То есть у мамы всегда было время на меня, всегда было время для работы. И это здорово. Какая компания вам предоставит такую возможность при этом работать в удовольствие? Это самое главное. Я счастлива, то, что у меня мама работает в этой компании. Я счастлива, то, что и я также участвую в ней, участвую на разных маминых собраниях, помогаю ей в этом. Я получаю громадное удовольствие от этого. Я очень благодарна компании Мэри Кей за то, что они делают, за то, что они приносят в этот мир только красоту, добро и веру. Что такое Мэри Кей? Мэри Кей – это хорошая! И всем привет, дорогие друзья! Сегодня я записываю свой день, и в этом дне мы сейчас едем в магазин, и я хочу вам рассказать о компании Мэри Кей. Мэри Кей – это такая прекрасная компания, в которой, ну, человек меняется. И вот, например, когда до Мэри Кей ты был, ты рос в деревне, ты не был каким-то, ты был каким-то не особенным, то, например, на примере Анастасии Коломейцевой, она родилась и росла в деревне, но из-за того, что она поборола свою лень, сейчас она крутая бизнес-леди. Ну, и, короче, это все, что я хотела сказать. Всем привет! Что такое Мэри Кей? В двух словах это сказать сложно, и мне как мужчине мало что понимающему в данной области. Вообще сложно сказать что-то о косметике, я не разбираюсь. Но, во-первых, хочу сказать, что мама, я тобой очень горжусь. Капец как! Вы у нас самая энергичная, самая позитивная. Ну, видео как бы не об этом, да. Ну, через Мэри Кей и через старания, неимоверные усилия, творческий подход моей мамы. Мы получили хорошее образование. Баловали нас. Вообще в этой компании работают, я считаю, особенные женщины. Не только красивые и самые сексуальные в мире, там не только самые умные, не только самые энергичные. В этой компании вообще работают какие-то вот особенные, очень сильные, волевые женщины. Сил вам, здоровья крепкого, берегите себя,
Ну, что еще сказать? Mary Kay forever. Mary Kay every day. Это когда ты страшный, пришел в бабуле и стал красивее. А еще? Ну, и это очень, это бизнес и дофига бабула.